В своей автобиографии Буф подробно описала извращенные сексуальные пристрастия террориста номер один. По ее воспоминаниям, Бен Ладен очень любил унижать свою заложницу, например, мочиться на нее или выгуливать на поводке, словно собаку. Буф часто сопровождала Бен Ладена и его приближенных во время охоты и рыбалки. Так она познакомилась с другом Усамы, врачом и вторым лидером Аль-Каиды Айманом Аз-Завахири. По словам Буф, Бен Ладен регулярно заставлял ее спать с Айманом и другими людьми из своего окружения. За время заточения Кола Буф даже забеременела от своего мучителя, но ребенок так и не появился на свет. У женщины случился выкидыш. Основатель Аль-Каиды разорвал отношения так же внезапно, как и начал. Он заявил наложнице, что встретил другую женщину.